Слушай, так это ты тот знаменитый охотник за вознаграждением, о котором все говорят? Собираешься поймать четырех головорезов? Да ты смельчак! Я забросил адвокатское ремесло и стал убийцей. Думаю, так я стал более уважаем. Я красавчик Гарри. Эй, взгляни на меня! Я слишком красив для тюрьмы. Меня зовут Злобный Дэн. И я убиваю людей. Знаешь, я полсотни таких, как ты, убил еще до того, как узнал, что это незаконно. Есть еще Эль Лока. Сумасшедший убийца. В этом заведении вся текила достается одному человеку, мне. Замыкает список по традиции малыш Кактус. Эй, стрелок! Посмотри, что у меня есть. Это пуля для тебя, если будешь геройствовать. Глупо. На стороне добра выступает мой герой. Генерал Клинтон Брикс. Ты охотник за вознаграждением? Тогда давай, в бой! Ну что, справишься с заданием? Думаю, да. По твоим глазам видно, что тебе сам черт не брат. Это здорово. Четверо гнусных бандитов – настоящие убийцы. Охотник за вознаграждением? Тогда давай, в бой! Послушай, здесь и до тебя были охотники за вознаграждением. Парни не промах, но я верю, что ты лучший. Одному мне здесь не справиться. Чтобы избавить округу от четырех бандитов и их подручных, нам нужен охотник за вознаграждением вроде тебя. Ты знаешь, что делать. Выбери себе бандита и в путь. Давай! Зайду в другой раз. В хранилище. Готовься стрелять. Девятнадцать. Семь красные, нечетные. Ставки забирает казино. Ставки забирает... Как я и сказал, ставки забирает казино. А, все равно мы собирались делать ремонт. Ты нам здесь не нужен, стрелок. Эй, шериф! А может быть и нужен. Красавчик Гарри? Ему можно верить. Он был адвокатом. Эй, я не тот, кого ты ищешь. Я не вооружен. Ну ладно, сдаюсь. Но даже ты можешь видеть, что я слишком красив для тюрьмы.
Ты поймал красавчика Гарри. Вот твоя награда. В тюрьме бунт! Я пошел! В Чайнатауне много бандитов. Ты можешь помочь нам? Ты не можешь всех перестрелять. Или как? Смерти ищешь? Тут заварушка. Мне пора. Все в порядке тут. Все в порядке. Вот, возьми дробовик. Черт, я же выигрывал! Не стреляйте!